Долгожданное открытие офиса Всероссийского турагентства «Солнце Тур». Федеральная сеть – это безопасный отдых по низким ценам. Звоните 20 37 95. Следователи проводят проверку по факту гибели 9-летнего мальчика на реке Быстрица. 2 июля ребенок отправился туда купаться со своими товарищами и утонул. Все подробности в рубрике «Сводка». 2 июля днем в деревне Лисицыны на реке Быстрица утонул 9-летний мальчик. Ребенок ушел на реку вместе с друзьями. Во время купания он и его друг стали тонуть. Одного из мальчиков удалось спасти, второй ушел под воду. Следователи начали проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Бывший глава Юрьянского городского поселения Андрей Новоселов предстал перед судом. 48-летний мужчина признан виновным сразу по нескольким уголовным статьям. Превышение должностных полномочий, растрата и злостное неисполнение решения суда. 4 года назад он передал квартиры по соцнайму двум жителям Юрьянского района, которые не были малоимущими. Заключил с ними договоры о безвозмездной передаче. Ущерб местной казне превысил 400 тысяч рублей. Также Новоселов потратил деньги, которые предназначались на капремонт домов городского поселения. В ходе следствия обвиняемый оказывал противодействие, не признавал вину, однако органами следствия удалось собрать достаточную доказательственную базу. Суд назначил бывшему главе штраф 400 тысяч рублей. Также Новоселов должен будет выплатить компенсацию в пользу местного муниципалитета 150 тысяч. Приговор суда не вступил в законную силу. Молодые люди устроили массовую драку на улице Лепси у бывшего магазина «Автолюбитель». Все произошло в ночь с 1 на 2 июля. По словам пострадавшего Александра, он отмечал с друзьями победу российской сборной в матче с Испанией. Когда вышли из магазина, на него и его приятелей налетела толпа из 40 человек. По его словам, у нападавших был обитый травматический пистолет. Началась драка, Александр упал, ударился головой о бордюр и потерял сознание. На место прибыли полицейские и медики, пострадавших с травмами и переломами. Ломами увезли в больницу. В полицию пострадавший обращаться не намерен. Александр хочет разобраться с обидчиками самостоятельно. Днем 3 июля на улице Московской на территории бывшего КВАТУ произошел пожар. Загорелось неэксплуатируемое здание. С огнем боролись 3 пожарных расчета и 13 человек. По предварительным данным, это был поджог. Вы что, нормальный? Нет, вы что делаете? Это ДТП, между прочим. Неадекватный водитель на МАЗде решил во что бы то ни стало проехать во двор, который был огорожен сигнальной лентой из-за обрезки и распила деревьев. Мужчина ударил рабочего, затем сел за руль и пошел на таран. Чертовка, на себя посмотри. По словам очевидцев, двор можно было объехать с другой стороны. Но водитель МАЗды заявил, что не может сдать назад, так как плохо припаркованная машина ему мешает. Алина Котрихова, место происшествия.